вы знаете, если наши идиоты, я не могу их назвать иначе, из силовых структур, которые сначала просто летали над Абхазией и Осетией, а теперь и говорили, что мы не знаем, кто это там летает, может быть, это НЛО, новая разновидность, а теперь взяли уже и признали, что они с помощью истребителей миротворческую деятельность проводят. Если они действительно что-то сделают на эту тему, то мы можем оказаться в абсолютно даже для них неожиданном положении, потому что Грузия — это не Чечня.